да ни хрена. Ты чуть-чуть зацепился мне. Да не зацепился, я просто приостанавливаюсь. А я работаю. Так, где это она сказала? Тут недалеко, 150 метров. Ну вот где-то здесь. Вот ну, они, базы всякие. Да. Вон базы, видишь? Во двор сразу, вот. Во двор, вон она открыта, наверное. Ну да, глянуть. На обратном пути попробуем заехать. Раз мы здесь. Мне надо треска. Одна рыба. Даже две. Ну, сегодня нам пока везет. Так. Куда? Туда поедем или сюда поедем? Ай, ну поехали, как обычно, наверное, туда. Там, наверное, места нету. Тут можно. Куда-то во входа. Да. Там поближе, иногда по входу можно подъехать. Смотри, а то встречный какой-нибудь как выскочит. Да, я смотрю, уж есть. Они такие здесь бывают борзые. Скорость маленькая. Ой, народу, перед Новым годом. И мы туда же. Да, может быть, нам с той стороны объехать надо. Ну, посмотрим сейчас. Если не получится ничего, тут и не получится. Ничего не стоят. А потому что мест нету. Ищут место. Там, еще и, там же внизу парковка есть еще. Вот этот выезжает, задницу выставил. Пытается выехать, а эти ему не дают. Наверное, он хочет выехать, видишь? Заехать ему уже не надо. Вот там, да, движение пошло. Там кто-то выехал. А, вот видишь, поехали они. Объезжают машин. Ой, что у мать. Них тут случилось, а? Они стукнули, что ли? Или так стоят просто? Не, они просто так стоят. И мы за ними едем. Зря мы туда едем. Чем ближе все, хотят стать поближе. Как надо. Чтоб не бегать по этой грязной, скользкой. Там надо дороги. Просто взять и потом пойти. Надо выехать. Надо было отсюда. На ту. Давай уезжать отсюда. С той стороны может стать легче даже. Да, там где-нибудь с краю лучше пройтись. Там хоть расчищено немножко, а здесь машинами уезжено все. Ну, видишь, что? Как стоят даже? Ну, это уже, этот уже умный пошел. Ух ты, там. Может, кто-нибудь отъедет, но навряд ли. Да, если вдруг кто-то... Ну, вот, только наоборот выходит. О, блин, выскочил. Как черт из табакерки. Да. Куда выскочил? Движение, выходной день. Галактики. Как и в галактике. Так, все, капец. Тут нигде не встанешь. Да, наверное, они да? уже стоят два этажа. Так, уже ай, все. В парковку не поедем? Бесплатный въезд на парковку. Попробуем. Блин. Все туда. Теперь все сюда. Ну давай, раз бесплатный. Как я в Питере, в Икее, вообще потерялась в этих парковках внизу. Заблудилась напрочь. Ну как хорошо плыть до сестры. Ой, стой, он хочет назад. Нет. Так, а там... что направление не указано никуда? И тут забито. Боже, что мой. Сейчас посмотрим. Подожди. Просто окна чуть-чуть надо сейчас посмотреть. Я так. Тут нельзя. Вон там рядышком. Ага, а выезжать как? Назад? Да. Я не знаю, как выезжать. Там нету. Там место не предусмотрено для машины. Там где стоит, вот и все. Тут по два стоит. Так выезжать задом надо. Так, подожди. Да, тут где тут, что тут может быть ездит еще. И тут забито все. Людям тут уютненько. Вон а место. Вон там место, да. Ну-ка посмотрим сейчас. Это есть место или там нету никакого места? Да есть какое-то место, я же тоже вижу. Рассвет какой-то.